Ну что, друзья, всем доброго утра. Сегодня замечательный солнечный день. Я наконец-то закончила с переработкой сливы. Сегодня хоть у меня руки отмылись, а то там в каком-то видео я там своими затемненными пальцами, с затемненными ногтями фигурировала. Сливы много у сестры уродилось. И вот мы и компоты, и ткемали, и варенье. Я даже это не знала. У меня сбой произошел конкретный в моем графике. Я ничего не успевала. Что-то как-то и уборку надо, и полить цветы надо, и видео снять надо, и пересадку сделать надо, и вас посмотреть, и вам ответить надо. И тут еще слива, и готовить еду надо, и что-то я вся. И вот я уже 2 дня даже из дома вообще не выходила. Сейчас вот видите, нарядилась, пью кофе, пойду хоть пройдусь, прогуляюсь. Не знаю, получится ли у меня пройти мимо цветочных магазинов. Вот, но я планирую просто пройтись, прогуляться. Но я не могла не поздороваться с вами, не пожелать вам всем хорошего дня. И сейчас вы будете смотреть видео, назовем это первой серией из цикла «Мои новинки, мои подарки. Как поживают спустя время». И, в общем-то, об этом сегодняшнее видео. Всем, друзья, всего хорошего, приятного просмотра. А я свой любимый кофеек с утра. Без него никак. Ну что, приступим к просмотру. Друзья мои, всем привет. Я сегодня хочу начать серию видео про цветы, которые мне приходили в посылках. Как они на сегодняшний день выглядят, как они себя чувствуют. И начну я с первых цветочков, которые мне прислала в посылке Ольга. Канал называется «Олька. Дом растений». Я когда снимала видео про посылку, ну, не думала, не гадала, что как-то негативно все получится. Ну, это на мой взгляд опять. Это я так просто восприняла. Никогда же не знаешь, как посылка дойдет, что она там в дороге потерпит, и насколько правильно ты все сделаешь, насколько правильно ты все упакуешь, насколько правильно ты польешь и что. И когда я распаковывала вот эту посылку подарок от Ольки с этими суккулентами, там, конечно, были такие моменты, ну, что растения пришли не очень в хорошем состоянии. Но, друзья, это как бы вот, как сказать-то, издержки производства, назовем это так. Вот. И когда пошли негативные комменты, хотя я писала, просила, чтобы негатив не писали, я заблокировала это видео, я закрыла доступ к нему, потому что одно дело, когда на мое видео пишут негатив мне, это мое видео, а когда в моем видео начинается негатив про человека, которому, наоборот, я благодарна была за эти подарки, я до сих пор себя чувствую виноватой. Наверное, я сделала неправильно. Надо было убрать все негативные моменты. Но я же, видите, все честно, вроде там снимала все как есть, но и заодно как бы уберечь от ошибок. А получилось, ну, для меня неприятно, и я себя неуютно чувствую до сих пор. И вот я дождалась все-таки, когда растения немножко подросли, и хочу показать, что все с ними хорошо. И, Ольга, большое тебе спасибо. Все растения живые, все здоровые. Может быть, конечно, не сильно они подросли за это время, но тем не менее. Вот кактус, который я обрезала. У него был подгнивший низ,
ну, как он был завернут, был подгнивший низ. Я его обрезала, ой, он колючий, страсть, и посадила в сухой грунт. И потом аккуратно поливала. Вот он до сих пор кактус живой, он уже подрос, и на нем вот растет деточка. Вот она растет, деточка. Вот, пожалуйста, красавчик, да и только. Дальше. Вот эти кактусятки маленькие, они прям очень хорошо подросли. А вот из этого кактуса, он как суккулентный такой, он был большого размера, но он тоже пришел водянистым. Я одну пимпочку, ну как, я там много срезала, но у меня вот одна пимпочка укоренилась, сохранилась, и вот она замечательно растет. То есть растение я спасла. Пусть оно не такое большое, как приходило, но оно живо-здорово. И вот они, все эти маленькие тоже кактусятки, все они, вот они живы-здоровы. Я их вот так вот в кружечку посадила. Дальше. Вот такая растюха. Тоже я ее посадила вот в такую красивую кружку. Она еще не совсем подросла, но она растет. И я думаю, что скоро она будет очень даже большой. И вот мне нужно будет, Ольга, скажи мне, пожалуйста, как вообще она растет? Ее ампельная, в ампельную пересадить или, может быть, какую-то опору делать? Что мне с ней делать? Пока она маленькая, вот она сидит вот так. А вот не знаю я. Придется, может быть, ставить повыше, если он будет как ампельный вниз опускаться, или, может быть, какую-нибудь тут лесенку поставить, даже не знаю. Но пока мне нравится. И мне нравится, что вот в этом горшочке он прям смотрится очень даже красиво. Так. Ну и вот этот горшочек. Здесь тоже у меня три растюхи. Это вот у нас хавортия. Это у нас гастерия. Это вот у нас красалка маленькая. Ну вот хавортия у меня еще не сильно, ее что ли утопить надо, не сильно еще распушилась. Там, мне кажется, я ее как-то плохо углубила, надо ее углубить посильнее. В общем, когда совсем приживется и начнет хорошо разрастаться вот этот садик, он тоже будет у меня очень даже симпатичным. Единственное растение, если уж быть честной, которое я не спасла, это вот был отросточек хвои. Вот хвою я не спасла. Возможно, просто я что-то не так сделала. Можно было бы, наверное, вернее, я втыкала череночек в землю, ставила в тепличку, но, наверное, все равно как-то он там не прижился. Ну что же у меня. Ой, да она вообще у меня из земли выскочила. Думаю, что же она у меня болтается-то? Выскочила вообще из земли. При поливе, что ли? Безобразие какое-то. А вы говорите. Вот вам и здрасте. Грунт куда-то весь поднялся и вытолкнул растюхи. Не, вот это крепко сидит, а это вот. Поэтому она, наверное, у меня еще и выглядит неважно. Она у меня из земли вытолкнулась. Ну все, утрамбовала. Вот, в общем-то, друзья, ничего страшного нету, когда в посылке растения приходят какие-то там подвядшие, немножечко там помятые или надломленные. Понятно, что когда вы платите большие деньги, это как бы жалко, вот. Но когда вы просто там меняетесь или там вам дарят, и я думаю, ничего страшного. Нет, жалко, конечно, хочется растюху, но все в дороге бывает, и все это поправимо. Поэтому, Олечка, я еще раз извиняюсь за то видео. Я не думала, что оно как-то вот негативно скажется. Прям переживаю до сих пор. Ну вот я тебе показала, что все растюшки твои у меня целы. Вот, у меня, друзья, есть еще растения от Ольги,
которые она мне присылала, самые первые, они у меня на балконе. Это роза и гибискусы. А, и еще какая-то растень вьющаяся, я ее даже не знаю. Я сейчас с вами схожу на балкон, их тоже покажу. Ну, как бы, чтобы у меня уже все растения атольки были показаны. Ну, а пока я сижу с вами здесь, в комнате, хочу вам показать вот такое вот тоже, опять чудо чудное. Я купила вот такое алоэ, как-то по случаю, посадила его вот в такой красивый горшочек. Это алоэ дало детку. Оно мне, правда, искривилось, его бы надо поднять, поправить. Но вот недавно я увидела, у меня здесь растет еще растюхи. И я так поняла, что это каланхоэ. Судя по форме листочков и по этим вот деточкам на кончиках, я так думаю, что это каланхоэ. Откуда они тут взялись, не знаю. И вот еще какие-то две растюшки растут. Не знаю, что это и откуда взялось. Может быть, как-то где-то в магазине упал вот такой листочек и что. В общем-то, друзья, вот это я точно не сажала. Это вот прям, я не знаю. Ну вот видит Бог, что я не вру. Я вот это не сажала. И откуда это у меня выросло, я не знаю. И каким оно будет, не знаю. Насколько оно будет маленьким или большим. Ну вот такое чудо, друзья, выросло у меня. А сейчас мы с вами отправимся на балкон и посмотрим на розы и гибискусы. Вот, друзья, у меня Олькин цветочек. Я не знаю, я его, наверное, не буду доставать. Я его, наверное, даже не смогу достать. Вот в таком красивом горшочке. Вот так он уже весь разросся. Я не помню, как он называется. Но вы видите, усы у него везде. Вот она, всем знакомая Олькина розочка. Уже видите, какой у меня куст большой, какие ветки. Радует меня эта красавица. Просто обалдеть. Дальше, друзья, вот этот гибискус. Он, кстати, недавно я выкладывала фотки цветочка в сообществе. Вот от него осталась палочка. Он у меня цвел. Вот такой вот вариегатный, пестролистный, вернее, гибискус. Дальше. Вот этот гибискус Олькин, я не знаю, какой он будет, пока он у меня еще не цвел. Вот он, кустик. И где-то вот тут сейчас раскопаем. Я тут от кошки, видите, все закрываю, как от кошки, большие горшки. Вот он, гибискус уличный. Мне тут тоже пришлось позаставлять маленько, потому что эта кошка моя дура тут все роет, молочай вот закрывает. Вот он, уличный гибискус. Видите, он очень даже жив-здоров и бодренький. Так что, Олечка, все твои цветочки у меня прижились, и они меня очень радуют. И я тебе за это очень-очень-очень благодарна. Спасибо тебе огромное. Друзья, хочу сразу еще сказать, ну, чтобы не было никаких опять разговоров и домыслов. Вот Ольга не знает, что я снимаю это видео. Она его увидит впервые также вместе с вами. И я хочу сказать, что это никакой не пиар ей. Я с ней ни о чем не договаривалась. Просто чувство вины меня не покидало. И я решила первое видео начать именно с ее цветочков, которые она мне присылала.
А в последующих видео я буду показывать еще цветы и от других девочек, от которых приходила, что у меня сохранилось, что не сохранилось, что как растет. Я буду показывать и рассказывать. А на этом я с вами прощаюсь. Всем желаю удачного дня, хорошего, теплого, солнечного дня. Всем желаю хорошего настроения, добра, любви, здоровья. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Любовь Садик Цветов.